дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем концерте итальянской музыки «Мне не забыть тебя». Наш концерт открывает финал итальянской симфонии Мендельсона. На сцене оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса имени Шоколова, дирижер Александр Щеколков. Thank you.
по-весеннему свежо и солнечно, даже несмотря на звучание минора, открыл оркестр нашу концертную программу. Действительно солнечно, а по-другому и быть не может. Ведь музыка Италии – это настоящий гимн солнцу, морю, любви и всей этой благословенной Богом земле. Музыка Италии – это полет изумительных по красоте мелодий. Это алмазные россыпи непревзойденных, лучших в мире голосов. Это блистательный гений композиторов. Сегодня вместе с оркестром нас приглашает погреться в теплых солнечных лучах итальянских мелодий солист Государственной филармонии Кузбасса Дмитрий Ганин. И прежде чем наш солнечный и обаятельный солист выйдет на сцену, мне хотелось бы отметить, что с народным оркестром Дмитрий ведет очень тесное творческое плодотворное сотрудничество с самого момента прихода в филармонию. Его участие и в открытых, и в абонементных концертах – это всегда невероятный заряд бодрости, энергии, масса самых позитивных эмоций, настроений и, без сомнения, изюминка и украшение наших концертных программ. Дмитрий Ганин осуществил несколько сольных проектов с другими филармоническими коллективами, а вот с оркестром русских народных инструментов такой большой сольный концерт мы представляем вам впервые. Итальянская музыка, итальянская классика в сопровождении народного оркестра весьма смело, специфично, интересно и оригинально, не правда ли? Что ж, дорогие друзья, давайте обратимся к знаменитым итальянским классическим мелодиям. Джузеппе Верди, баллада герцога из оперы «Риголетто». Поет солист Государственной филармонии Кузбасса Дмитрий Ганин. Thank you.
Mamma mia, mamma mia, c'è la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, c'è il sole.
нашему солисту отдохнуть. В исполнении оркестра прозвучит произведение нашего современника Павла Омельченко. Фантазия на тему итальянского кинокомпозитора Нино Рота. Дирижер Александр Щеколков. Thank you.
уважаемые слушатели, обратимся с вами к неаполитанской песне. Это, пожалуй, второй по величине бриллиант среди вокальных жанров после оперного искусства, который украшает корону королевы Италии. Бесконечное множество исполнителей включает в свой репертуар эти жемчужины песенной лирики. И не случайно. Ведь в них каким-то чудным образом сочетается феерия, блеск, бравурность и такая нежность, такое простодушное очарование, которое никого не оставляет равнодушным. Неудивительно, что неаполитанская песня покорила сердца миллионов. Авторство многих песен, к сожалению, было утеряно, и их даже называют сегодня народными, но не это ли показатель всенародного признания и всенародной любви? В исполнении Дмитрия Гарина для вас звучат самые популярные неаполитанские песни. Рудольфо Фальво, «Скажите девушке». Солдат.
Эрнесто Куртис, вернись в Сарайево. Субтитры сделал DimaTorzok.
Фонтис, мне не забыть тебя. Thank you.
Дорогие друзья, и вновь для вас поет Дмитрий Гамин. Ромата Мусумара, Луна Ту, Луна.
Тадье «Голубка». Соло на гитаре лауреат международного конкурса Алексей Мариненко. Sono più il sole a luce.
Thank you.
Дорогие друзья, вы наверняка обратили внимание на то, что к концу нашего концерта мы значительно расширили нашу музыкальную географию, выйдя далеко за пределы Италии и завершаем наш концерт музыкой Испании. Августин Лара, Гранада! Thank you.
вместо русских народных инструментов государственным гармонии, государственным имени Соколова. Дирижер Александр Щипаков. Что мы подняли вам сегодня настроение и доставили настоящее эстетическое удовольствие. Мы приглашаем вас на закрытие оркестра русских народных инструментов, на закрытие сезона. Всего доброго, до новых встреч на нашей филармонической сцене.